выступает Ксения Михаленко, город Рязань. На конкурс дети читают стихи. Стих называется «В день победы». Получил боец задание «В день победы» над Германией, чтобы сдался быстро враг, выгрузить советский флаг. Взял он друга закадычного, к боевым делам привычного, чтоб принять последний бой на дороге фронтовой. Пули сыплет полным градом, бомбы рвутся где-то рядом. Трудно лезть по крыше здания, чтобы выполнить задание. Но спасает тренировка, боевая подготовка. И повешен бруста, и над ним алеет флаг, флаг у фронтового брата.